Строительство более 100 тысяч квадратных метров жилья ведется в Твери при кредитном финансировании Тверского отделения Сбербанка. Один из масштабных проектов, который сегодня реализуется при поддержке Сбера – жилой комплекс «Ясный» в микрорайоне «Юность». На сегодняшний день возводятся второй и третий этажи. Ход работ проинспектировали генеральный директор компании-застройщика группы компаний «Новый город» Максим Иватков и управляющий Тверским отделением Сбербанка Виктор Аршинов. О том, как будет выглядеть новый современный жилой комплекс, расскажем в следующем материале. На улице Фрунзе продолжается строительство жилого комплекса «Ясный» на 657 квартир. Проект занимает площадь 26,5 тысяч квадратных метров. Возводит его группа компаний «Новый город» при финансировании Сбербанка. Застройщику была открыта кредитная линия на сумму в 980 миллионов рублей. «Новый город» является давним партнером Тверского отделения Сбербанка. В этом году мы запустили очень важный проект для Твери, в целом для Тверского региона. Это жилищный комплекс «Ясный». Здесь Сбер финансирует строительство трех многоэтажных многоквартирных домов. В целом портфель Сбера Тверского отделения по финансированию жилищного строительства в регионе составляет более 100 тысяч квадратных метров. Из них 25 тысяч квадратных метров планируется ввести в этом году. Для нас финансирование строительства жилья является приоритетной программой. Ход строительства жилого комплекса осмотрели управляющий Тверским отделением Сбербанка Виктор Аршинов и генеральный директор группы компании «Новый город» Максим Аватков. Как рассказал застройщик, проект предусматривает различные планировки этой студии и даже трехкомнатные квартиры «Смарт». Дома возводятся из экологически чистых и прочных материалов. Возле домов непосредственно находится 50-я школа и два детских сада. Во дворе объекта предусмотрена детская площадка с расширенным благоустройством и объекты спортивной инфраструктуры. В проекте предусмотрено 80 планировочных решений с отделкой под ключ. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Приобрести современное жилье будет возможно по ипотечной программе. В отделении Сбербанка по адресу Трехсвятская, 8 начал функционировать новый просторный офис ипотечного кредитования, оснащенный комфортными переговорными и детским уголком. Здесь вам окажут квалифицированную помощь как по вопросам выдачи ипотеки, так и в сопровождении действующего кредита. Любую услугу можно получить быстро и с комфортом, без посещения МФЦ.